Всем привет, друзья! Вот так вот начинает бродить на ром на Конзе. Получается, шапка поднялась и потихонечку начинает ферментироваться. Это будет долгий процесс. Я говорю сразу, что 2-3 недели я закрою и потихоньку пусть оно тут расщепляется, да бродит. Какая-то вот такие вот пена получается по структуре, как дрожжи, как будто. Там какие-то движения есть, но потихоньку. Ну все, следующий ролик запишу, когда уже сбродит, сколько времени пройдет, уже тогда отпишусь. Такие пузырики маленько взрываются. Ну и буду, наверное, раз в 3-4 дня блендером перемешивать. Потому что такая запах, кстати, приятный стоит. Такой кофейно-шоколадный. Ну ладно, до следующего видео.